Всем привет! Вот у нас машинка есть, которую пнули ногой. Вот. Ну вот, такого размера. Будем сейчас пытаться ее сделать, эту вмятинку. Неприятно, когда машина ровная. Все ровное. Вот эта фигня, как бельмо на глазу. Вот, для начала, конечно, хорошо было бы попытаться и сделать просто без ничего. Возможно, придется ее снимать, чтобы сделать хорошо. Посмотрим, как получится. Что же, приступаем непосредственно к осмотру уже в лампе. Вот, поврежденного участка. Вот, и видим картину немножко другую. Мало того, что тут у нас, вот мы видим непосредственно саму вмятину, чуть выше вот здесь, как мы видим, здесь у нас просто шишачок. Вот. Скорее всего, что либо это отголосок все-таки идет, как бы в верхней части, и здесь какая-то жесткость у нас будет. Хотя нет, проминается рука спокойно. Вот, значит, вмятина либо была. Это раньше не вмятина, а шишечка. Вот, ну ее мы будем убирать уже. Вот такая вот работа, казалось бы, делать. Приклеил, дернул и все. Ну, посмотрим, как на самом деле получится. Вот, попытаемся дверь снимать. Ну а если надо будет, конечно же, придется и снять. Пытаемся присмотреться повнимательней к шишке, к этой. Оказывается, она не сам шишка, как складка здесь вот. Вот она. Видна она складкой. Вот. Камерой это не передашь, а глазом видно хорошо, что тут вот такая вот складка образовала. Это 3 сантиметра. Ну вот, попробуем начать вот так. С клеевой. А там будет видно, на куда пойдет. Я не стал сильно дергать, видно, что не все вышло, тем не менее. Сейчас посмотрим, что оно там и к чему. Куда выходит, не выходит. В гараже немножко холодно. Машинка еще с улицы. Вот, холодненькая, не нагрелась. И как мы видим, очень-то отстает. Если бы машина была теплая, сейчас бы этот грибок бы у нас отошел. Ну что, помочь ему немножко мини-люфтером, попытаться чуть-чуть его понянчить. Там, в общем-то, видно, что немножко бы следовало чуть-чуть его понянькать. Походу тут небольшой плюсик я себе сделал, а может и большой. О, не хочет, не хочет грибок отходить. Ладно, есть у нас на такой случай вот такая волшебная лопаточка. Вот она нам сразу решает все вопросы. Ну вот, была вмятина, теперь раз она как бы поделилась на две части, и там, в общем-то, бугорки. В ней сейчас надо будет садиться и долго, и аккуратно все разбивать. Ну, в принципе, как говорится, начало положено. Дальше надо применить руки. Дальше уже грибками делать
Тут нечего пока что. Вот, к сожалению, опять же повторюсь, снимать нет мне мою работу, а снимать и работать пока не получается. Для удобства работы я поставил вот маленькую лампочку на присоске. Буду сейчас обрабатывать и вот эту складочку нашу. И вот здесь, что я тут навытягивал. Вот тоже сейчас буду потихонечку обрабатывать. А потом посмотрим, что можно дальше сделать. Потому что тут работа предстоит сложная. Просто так взял, ну, здесь варианта нету. Вот здесь придется понянчиться. Потихоньку-потихоньку выравнивается. Но здесь еще ямка есть. И здесь тоже вот я немножко набивал. Вот. И как-то оно все неаккуратно получается на самой поверхности. Чем-то то ли натерта она тут, то ли химия вот эта отмойки. Надо будет, наверное, чуть полирнуться, чтобы видно было. Так глазами еще, конечно, видно. И вот в лампе тоже вот. Ну, бликует все. Поэтому чуть подчистится и все эти нюансы, чтобы ушли и не мне работать. Вот так вот полирнул я чуть. Сейчас будет видно получше все художества. Вот. А то вот смотришь, и она вот поцарапанная, тут даже проглядывает. О! И вот она наша из ремонта. Вот еще следы видны. Вот здесь вот пятачок и вокруг две вмятинки. Вот. Что касаемо вот этой складки, чуть-чуть еле-еле она проглядывает. Еще ее немножко надо погладить мочком. Кстати, очень хорошо даже вот эта вещь себя зарекомендовала. Вот он немножко полированный тут. Вот блестит. И им вот так потихонечку, помаленечку. Чуть-чуть есть, еще немножко надо. Ну ладно, я снимать не буду, что тратить время. Еще разочек я решил полирнуться. Сейчас посмотрим, что получится. Ну вот так вот. Получается картина. Чуть-чуть там блячок есть, ну и хрен с ним. Это видеть. Вот тоже маленький тычочек. Но его на улице было не видно. Вот и пусть он живет. Вот, ну найти можно всегда. На машине, на любой. Какие-то вот такие мелкие нюансы. Но их практически, можно сказать, да, тут чуть тут есть. Пойдет. Вот смотрим. Чуть-чуть тут у нас есть помарки. Но да, чуть ходит, но что делать? Чуть-чуть есть, но ничего страшного.
так вот. Так, ничего не видать, да? Вот примерно так. Вот тоненькая котка видно. Вот, а здесь все нормально. Вот здесь, правда, прогиб тоже идет по двери. Чуть пухоль такая. Ну, это заводское. Сейчас не видно, уже темно, к сожалению. Так что вот только на отблеск, на вот такой можно еще посмотреть. Да, вот так будет видно. Вот, вот так. Ремонт занял 50. Как ни странно.